Здравствуйте. Привет. Следите ли вы за модой? Конечно, я слежу за модой. Вот ты такая модная, красивая. Вот это настоящая мода, дорогие друзья. Как тебя зовут? Злата. Злата, какое красивое имя. Злата, от слова золото. Меня зовут Алан. Очень приятно. И мне очень приятно. Ты чего? Что такое мода, по вашему мнению? По моему мнению, мода – это когда все красиво одеты и опрятны. Следуете вы моде? Конечно, видишь, какой я модный, а? Нормально, смотри. А? Нравится тебе? Я модный, конечно. Вот, мода – это красота. Следите ли вы за модой? Как любой уважающий себя артист, конечно, слежу. Это необходимо. Обязан ли современный человек быть модным? Современный человек быть модным? Конечно, обязан. Все красивые люди должны быть модные, правильно? Потому что мода – это не только красота, это еще и душа и сердце. И когда красивый человек хорошо выглядит, это просто модно и замечательно. Что определяет цвет вашего наряда? Не знаю, наверное, образ поведения, образ характера. Ну и настроение, наверное, тоже. А у меня сегодня настроение такое вот, торжественное. Поэтому черный цвет. Ну, немножко спортивный. В чем залог успеха? Залог успеха в чем? В чем? Это надо работать над собой, постоянно заниматься пластикой, вообще творчеством всю жизнь. И, конечно же, чувствовать красоту. Что бы вы хотели пожелать молодежи? Молодежи хотел бы пожелать, чтобы они были все послушные, а уважали старших, следили за модой, чистили зубы, мыли руки, чтобы быть опрятным и красивым. Всегда. По вашему мнению, какая лучшая тема для показа моды? Лучшая тема – это когда переплетаются и классика, и какое-то хорошо забытое старое, это всегда бывает модно. Вот когда это все переплетается, и когда это разные поколения показывают на сцене, на подиуме, вот это бывает интересно, вот это бывает классика. Спасибо большое, очень приятно было пообщаться. И тебе спасибо огромное, с тобой тоже.